Я забыл записать видео, как мы едем с этой горы. Я забыл. Это было прикольно. Ну ладно, второй раз потом заснимем. Так, а сейчас... Сейчас вы будете смотреть... Привет всем. Привет всем. Так, я прыгаю. Привет, Ютуб. Может, я буду снимать? Артём, подержи вот так вот, пожалуйста. Держу вот так. Дикая, слезь. Ну его... Смотрите. Мне чёрт не видно. На, вот так вот руку делай. Ты тупой. Другой, ты дебил, с другой стороны. На, чтобы экран закрывал. Короче, давай я снимаю вас. Вот. Стой, расскажите, а в чём мук или как? Вот так вот, мы с тобой сделаем тебе. Снимай. Снимаю. Ну, сейчас будем прыгать, это уже. Пашка прыгнул. Вика прыгнула. Теперь я тут прыгну. Я немножко тут, ну, не сделала правильно. Мне еще учиться для этого надо. Я прыгаю тут теперь. А то куда не сюда. Еду. Снимает. Получилось. Стой. Я дать. Будешь прыгать, не? Да-да-да. И как всегда, ставьте лайки. Да, Артём. Ой-ой-ой. А теперь я спрыгну с моим телефоном. Нифига себе. А ты как-то рискуешь жизнь. Да, телефон. Ну вот, полетели, что ли? Спрыгнул! Алик, а мы завтра будем снимать видео? Это вопрос времени. Ну, давайте в такое же время приходить около кафе. Поснимаем видео. Если кто-нибудь смотрит из кафе. Так, стоп, я. Смотрите своими глазами на нас. Я, по-моему, что-то немножко сломал. Нормально. А, не-не-не. Так, всё, нормально. Поехали теперь туда. Давай, телефон. Ну, а я где собираюсь прыгать? Камера мне. За первый раз мне, а второй раз ты будешь. Артём, ты думаешь прыгать? Я не могу спрыгнуть с этого. Ну, всё, здесь небольшая. Да. Стой. Вот, на, снимай. Нет, снимай ступеньки. А ступеньки снимаю. Так, вроде бы что-то видно. Не знаю. Yeah.
он вывалился. Тихо. Так, вот теперь телефон не должен вываливаться. По идее. Погнали на горку. Сколько у нас видео уже идет? Видео идет целых 5 минут. Вика, знаешь, сколько видео уже идет? Целых 5 минут. Подумай. Может, не красть вишенки. Я не буду красить вишенки. Да. Хотя одну можно. Фу. Кислые. Их нет. Давай назад на всех тебе. Селфи! Машина! Неожиданно, да? Да нет, нормально. Мы сейчас поедем с этой огроменной горы. Честно говоря, уже немножко достался ехать. Вон я... моей бабушке дом. А Артём, кому он интересен? Вот, как я не мощный. Нам еще долгий путь. Какой долгий? Ну, если до дома ехать. Вот, с горы съехать. А, ну. Снимай нас. Всех. Задним планом. Машину. А машина тоже в плане? Факов. Я неплохой трамплин нашел. Машина. Я знаю. Олег, я трамплин неплохой нашел. Сетку. Знаешь, какой... А, ты решил вот сюда поставить. Она порвется на раз и два. О, мухи, тоже щенята. Пути. Пути, пути, пути. О, похожий. Черненький, похожий. Теперь поехали, люди. Ладно, ты меня.